Ты этого достойна. Три простых слова, которые мы слышали тысячу раз. Да, ты этого достойна. Но насколько глубоко мы это осознаем? Прекрасное напоминание о ценности каждой из нас. О том, что мы уникальны. Достоинство, глубина, характер — все это в тебе есть. Это ценно даже в те моменты, когда ты этого не чувствуешь. Ты всегда остаешься значимой. И эти слова призваны напоминать. Итак, всем, кто смотрит, кто испытывал или чувствует нечто похожее, сконцентрируйтесь на том, что я скажу, и повторяйте за мной. Я этого достойна. Окей? Возможно, это прозвучало замечательно или даже странно. Давай повторим. Для начала сделай глубокий вдох и выдох. Забудь о недоброжелателях и заглуши критику, даже если самый строгий критик — это ты сама. Не сомневайся в себе и сейчас произнеси это громко, еще громче. «Я этого достойна».